Я говорю всем привет! Сегодня снова эксперименты с колой и с газом. Мы всегда запускали колу вверх. А почему бы нам не запустить колу в мишень? Сегодня мы посмотрим, пробьет ли газ с колой вот этот вот пенопласт. Потом мы запустим бутылку прямо в стекло этого автомобиля и проверим, разобьется стекло или нет. Ну а самое главное напоследок, мы будем стрелять в живую мишень. Вон она стоит. Вы поняли, кто это? Это клоун. И сегодня мы попробуем его подстрелить большим калибром. Мишень из пенопласта готова. Кола и газ тоже готовы. Ну что, будем проверять. Проверяем, пробьет ли кола пенопласт. Ну ничего страшного. Ау-ау-ау-ау. Попытка номер два. Здравствуйте! Я не ожидал, что кола на такое способна. Ну давайте еще раз попробуем в самое яблочко. Хотел в яблочко, а залетело в машину. На панели лежит. Здравствуйте! Посмотрите, что с горлышком. Его здесь просто нету. Четвертая попытка. Сейчас попробуем попасть прямо в яблочко. Надеюсь, в машину не залетит. Такой вот треугольник. Посмотрите, эта фигура называется... треугольник. И так будет с каждым пенопластом. Ну вот и настало время проверить вот это вот стекло на прочность. Прочное. Ну вот и настал тот момент, когда мы будем стрелять в живую мишень. Осталось 3 бутылки колы, и сейчас мы будем стрелять в клоуна. Надеюсь, что подстрелим ему одно место. Начнем. Ну что, друзья мои, сзади меня находится клоун. Сейчас будем стрелять по нему. Бутылка с колой уже готова. Пока клоун ждет своего часа, хочу вам посоветовать офигенную, а самое главное бесплатную игру про Россию «Барвиха». Машины здесь как в реальной жизни, а самое главное тюнинговать ты их можешь как твоей душе угодно. Занижай, меняй обвесы, бампера, покраска, чип-тюнинг. Короче, играйся со своей тачкой в автосервисе как хочешь. Вступай в ряды армии, чтобы встать на защиту своей страны. Или зарабатывай деньги, гоняя по улицам, работая в такси. Встань на сторону правопорядка, чтобы охранять свой город и горожан от всяких там бандитников. Участвуй в погонях за опасными преступниками, устраивай планы перехваты. В общем, скучно тебе не будет. В игре ты даже можешь стать бандитом и участвовать в битвах семей за рейтинги и призы, постепенно повышая свой авторитет в криминальном мире. А еще покупать топовые бизнесы и другое имущество. Становись инкассатором в банке. Ну а если ты еще новичок, то работай в доставке Яндекс.Еды. Также в игре есть голосовой чат. А самое главное, играть в нее можно на телефоне. Хоть у бати в гараже, хоть у деда в деревне. Игра устанавливается в 2 клика. Ссылка на игру в описании. А по моему промокоду Лаврин вы получите 120 тысяч игровых рублей. Сейчас еще одну сделаем. Вторая бутылка с газом и с колой. Снова стреляем по клоуну. Надеюсь, сейчас попадем. Настало время главного калибра. Надеюсь, этой бутылочкой мы точно попадем ему по голове.
Сейчас заправим газа. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, мы его победили! Мы его победили! Он! Такой вот получился ролик. Клоуна в жопу подстрелили. Но он все равно живой. Всем пока!